Всем привет. Какой же я засвеченный сегодня. Но это потому, что я решил стрим немножко пораньше запустить. По той простой причине, что, возможно, мне сегодня придется уйти по делам. Но это не точно, поэтому... Как пойдет, так и полетит. Ну и плюс заодно вам всем видно котика на заднем фоне. Да, котик, привет. Ты не поверишь. Возможно, я не поверю. Привет, онкоперевер. Я думал, тебя тут нету, а ты здесь, оказывается. Такие ты стелс-пехотинец, а? Чему я не поверю? Рассказывай, что случилось. Кто тебя обидел или не обидел, или наоборот осчастливил. Что произошло в любом случае, рассказывай. А я пока игру запущу. Ой, блин, как я раззевался весь. Ой, как громко. Из-за того, что поспал. Да, спать по паре часов в день. Ну, именно самим днем. Лютый отстой иногда. Флекс затащил Майнкрафт, так я знаю. Мне Флекс уже писал об этом на стриме по Ведьмаку. Я в курсе, что вы там бегаете без меня. Так и здорово, как бы, чё. Играйте вместе, разве плохо? Теперь ты один из нас, так сказать, один из майнкрафтеров. Я радостно приветствую тебя в эти ряды. Вот. Так. Что я помню? Иногда так орёт в Дискорде, но в принципе нормально. Ну, детки, так сказать, что с них взять? Опля. А, я все это время мог сюда зайти, оказывается. Вот этого я не знал, кстати. Ага, куб. Понял. А в целом-то как дела вообще? Варьер. Как настроение? О, привет. А, блин, точно. У меня игра не захотелось. А все молчат, все молчат. Вот так бы сейчас и провел весь стрим, если бы не Рома. Привет, Ром. Да, спасибо большое, что сказанули мне. Все эти, блин, обливионы, короче. Похерили мне всю малину. Так, сейчас должно заработать, по идее. Но мне кажется, игра вылетела, да? Нет, не вылетела. Кит. Так, ну сейчас должно быть видно. Да, теперь видно. Теперь все прекрасно видно. Ой. Ну что такое? Жопа кота на ваших экранах в данный момент. Кот, мне стримить надо. Дай постримить, плиз. Все? Увлекся? Тоже зевает, тоже только что проснулся вместе со мной. Спали мы с ним. Сладко. Ну да ладно. Ой. Так, у онкоперевера дела нормально, чудесно. А у тебя как дела, Фромыч? Ромыч. Рома, омлеточ. Омлеточ, до сих пор смеюсь. Смешно он придумал, конечно, ничего не скажешь. Да что ж такое-то, а? Игра. О. Как всегда прекрасно. В чем твой секрет? Как так получается, что у тебя всегда все прекрасно? Как ты этого добился? Поведай мне. Может, я тоже хочу, чтобы у меня было, как всегда, прекрасно.
Да вот я чувствую, что что-то не так. Поэтому полез в телефон проверять. Да, блин, короче, это все из-за Обливиона. Обливион мне все похерил. Спасибо большое, да. Так должно быть нормально, да. Ой, как все сложно. Зато прошел, да, и больше никогда туда не вернусь. Ни за что, никогда. После игры в эту прекрасную игру хочется прям заорать Майнкрафт нормальная игра. Ну, ага, понял. Ай. Так, блин, мне бы вот этот трек убрать как-нибудь, а? Привет, Игорь. Смирно 13, привет. Как дела? Как настроенница? Так, ну мне очевидно нужна вот эта хреновина, которая вот так вот остановит все. Да. Балдеж. Так, соответственно, ставим сюда портал. Один, на всякий случай. Никаких деплоинг, ты что творишь? Так. После чего мы, соответственно, идем сюда. Это блядская турель. И открываем синий портал здесь. Оп. Жить можно, настроение ГГ, вторые сутки не спишь, а что это ты? Все из-за того же самого не спишь. Тебе, может, успокоительного какого-нибудь там, валерьяночки или типа того. Вон, афобазол попробую, я сейчас его пью. Такси помогает, конечно, но лучше, чем ничего, знаешь. Так, ну наконец-то мы победили турельку. Наконец-то турелька побеждена. Так, соответственно, берем вторую хреновину. I feel awful about that surprise. Tell you what. Let's give your parents a call right now. Не звони моим родителям, ты бездушная машина. Это, кстати, пугающая заставочка сейчас была. Ничего не скажешь. Ой. Джедай. Ну что такое? Что случилось? Не из-за этого, а из-за чего тогда? Хотя лето сейчас особо никуда ходить не надо, поэтому... Можно спокойно не спать, как бы. Чату с солями. Кот. Ты как? Норм? Котику норм. Да, джедай, такими темпами ты станешь звездой. Звездой экрана. Интересно, фразу сказала нам Гладис, конечно, я в принципе с ней согласен. Сам как? Слушай, в целом хорошо. В целом хорошо, правда сейчас немножко сонно, плюс мне откровенно не хочется выходить сегодня из дома, но кажется придется. Возможно через час, может быть через полтора или два. Не знаю точно, как бы, поэтому я без понятия сколько будет идти этот стрим. Что меня несколько угнетает, но я думаю не страшно, я думаю я справлюсь. Так.
Новое чудесное местечко. Спасибо, что спросил, by the way. А так и должно там мерцать? Или это только у меня так? Ладно, давайте разбираться, что тут, кого, куда. Соответственно, вижу там, вижу сям. Угу. Вижу платформу для прыжков. Ладно, нам в любом случае вниз. Эй? А? Так, это что? Это ничего. Давайте соображать. Можем пройти здесь. Чтобы что? Сейчас придумаем. Только надо, наверное, пониже опустить. О, да, вот так вот безопаснее будет. Ай, блядь. Куб, как насчет того, чтобы светить туда, куда мне нужно? Нет? Ну ладно. А, он должен светить вверх, по идее, да? А, не, вон, на мэн. Так, мы что-то запустили, но что? А главное, где и зачем? Ага. Хе-хе, прикол. Так. Соответственно. Блин. И как быть? Как быть? На собрании подскажут. Да не туда. А. Вопрос исчерпан. Оп. Берем эту щуковину. Штуковину сюда. Куда мне ее поставить надо? Мне надо откуда-то оттуда светить, значит, сюда. Поэтому берем ее с собой. Сейчас все будет, народ. Сейчас все, народ, будет. Кит недоволен. Кит, что такое? Чего ты? Тебе же неудобно, капец, ты же еле держишься. Ждай. Пускай висит. Так, соответственно. Давайте попробуем вот так, потом вот так. А, ну они абсолютно одинаковые, оказывается, да, все, это я вижу. Это я вразумел. Можно как-нибудь довольно... Как бы так это сделать, я даже не знаю. О-о-о. Прикольно. Так, ну окей, допустим. Ставим, соответственно, это вот так. И все ломаем. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Что я еще здесь могу сделать? Ну, очевидно, мне надо запилить эту штуковину сюда. Но-но-но. Хватит там бесноваться, а? Плюс мне надо одну из этих штуковин поставить сюда. По-хорошему залететь вон туда. Чтобы залететь туда, мне нужно... Как-нибудь так... Ну, я почти понял.
Почти понял. Так, я немножко переборщил со своей понятливостью. Соответственно, я прыгаю так. Как-нибудь так бы мне. Во. Так, эта схема начала работать. Оп. Только мне сюда куб нужен, а я его с собой не принес. Ну окей. Теперь я хотя бы разобрался. Только я забыл, как я это делал только что. Соответственно, я ставил один сюда, один здесь. После чего прыгал таким образом. Блин, неудобно. Куб, бля. Так, почти получилось, окей. Давайте сначала попробуем хотя бы куб таким образом зафигачить. Да, его работает. Блять, сука. Не вышло, не вышло. Ну почти, вот именно, да. Ничего, сейчас получится, сейчас все получится обязательно. Оп. Соответственно, оранжевый сюда. Опля. Блеск. Так, ползем дальше. Да, какой там изи? Очень даже не изи, если честно. Очень даже сложно. Так, поставили еще один. Теперь надо достать вон тот. Соответственно, по той же схеме получается. Так вот. Вот так. Епона мать. Не вышло. Блин, меня эти турели немножко смущают там. Да бляха-муха, понял. Лучше здесь смотреть. Ха. Получилось. Ай, блядь. Что ты творишь? Да, блядь, хорош. Бум-бум. Готово. Вот теперь точно изи. Ну да, мы же почти не играли на самом деле в нее. Так что, наркоделец, твоя тема про подсказоньки с пасхалками еще актуальна. Привет, как дела? Как настроение сегодня? Все ли у тебя хорошо? Ух, блин, надеюсь, что да. Надеюсь, что у вас всех все хорошо. Ну-ка. И что это за решение? Что на это нам скажет на следующем уровне? Дайте я. А, точно, я хотел кое-какую штуковину сделать. Сейчас, секунду. Я и забыл о ней. Я о ней и забыл. Так, соответственно, мне нужна вот эта кнопка. После чего мне нужна вот эта кнопка. Нужно больше кнопочек. Так, соответственно, бот. От бота мне нужны команды. Здесь войти через Twitch. Меня просто вчерашний мужчина озадачил, несколько точнее, да. И мне стало любопытно, как это сделать. Точнее, не как это сделать, как поудобнее намутить. Так, соответственно, мне нужно... Согласен. Полностью согласен.
Так, где эта штука? Где эта штука? Мне нужна ссылка. Тебе нужно мау. У меня мау в очень большом количестве как бы присутствует. Так вот, ссылка. Так, а как мне эту штуку назвать? Так, ну, наверное, вот так вот. Где? После чего мы вот так. Confirm. Пробуем. Работает. Выбор качества, кстати, доступен. Чудесно. Чудесно. Просто восхитительно. Плохо. Чем дольше живу, тем больше мне достает проблема, связанная не пойми с чем. Так тебе, может, к специалисту обратиться, чувак? Поверь мне, если ты обратишься к специалисту, к мозгоправу, условно говоря, тебе, может быть, станет полегче. Плюс, немного такой личный вопрос, но ты можешь на него не отвечать, если что. Ты с родителями живешь или без родителей живешь? Меня вот это интересует. Потому что очень много таких случаев знаю, когда родители являются корнем всех проблем, к сожалению. Такая вот грустная, грустная реальность, да. Так, пошли дальше. Federal regulations require me to warn you that this next test chamber is looking pretty good. That's right. The facility is completely operational again. Pretty good. Сейчас над этим работаешь. Ну, понимаешь, работать этому в одиночку, как бы, и работать над этим со специалистом, ну, абсолютно разные вещи, как бы. Вот. Ай, ты ёпта. Мац. Так, ну очевидно, одну мы сделаем так. Таким тут. Раз. Что я немножко перемудрил, конечно, но ладно. Эх, хватит. Ага. Понял. Что если я... Мне нравится, что они начинают звуки издавать. А, я понял. Из-за этой фигни, короче, мне... Нет, я не думал, как тебя... Стоп, чего? А, нет, чувак, я не думал тебя не задеть. Я... Это просто нормальный вопрос, короче. Вот. Я к тому, что у тебя есть право на личную жизнь. Ты можешь как отвечать о ней, так и не отвечать. Вот. Я к этому говорю. Всего лишь. Не более того. Так, а сколько у меня всего кубов? Всего у меня 3 куба. Один я могу здесь поставить портал, другой здесь могу поставить портал. Типа, хочешь, отвечай, хочешь, не отвечай. Тут не, нет вопроса о задеть, не задеть. Так, чувствую, мне здесь придется немножко потупить. Ну, очевидно, что... Один пойдет сюда. Луч. Куда он двинется? Чё ты палишь на меня?
Матрица какая-то страшная, капец. Просто капец. Як страшно. Ну, вот я про это и спрашивал, собственно говоря. Скорее всего, типа, это одна из твоих проблем. Ну, мое предположение, потому что у меня, по сути, ну, то же самое было. Вот, но потом я от родителей, собственно, съехал. И знаешь, моя жизнь стала в разы лучше. Вот такое тебе маленькое откровение от меня. А что такое? Это херня на мотива, если честно. Стоп, я, кажется, начинаю понимать. О, господи. Пашан, Девил... Джевил. Девил, Джевил, Пашан. Добро пожаловать, привет. Привет и добро пожаловать. Располагайся. Чувствуй себя как дома. Ни в чем себе не отказывай. Будь хорошим парнем или девушкой, я не знаю, кто ты там на самом деле. Вот тебе команда, которая есть на нашем стриме. Welcome. Welcome. Как твои дела, Пашан? И как к тебе обращаться так, чтобы тебе прям супер нравилось? Меня это тоже интересует. А, о, я, кажется, начинаю понимать потихонечку. Норм? Ну и замечательно. Я рад, что у тебя все норм. Главное свою жопу не порезать на куски. Ай, блядь, не в ту сторону. Во. Это гений, короче. Ништяк. Ну, смею предположить, что, короче, большая загвоздка именно в родителях заключается. Именно в них. Это мое предположение, оно как бы, ну, не является истиной в последней инстанции, но типа я тебе советую проработать данный момент именно со специалистом. Именно со специалистом, который занимается данными вопросами, соответственно. Вот. Как съехать от Редаков 16? Вот на это я тебе, к сожалению, дать ответа не могу. Ну, вот, к сожалению, надо... Ну, хотя нет, на самом деле у меня как бы очень много... Очень много печальных, так сказать, историй на эту тему. Как дети съехали от своих родителей в 15 лет. Вот, и с тех пор как бы жили одни. Вот. But at the end of the day, it was just taking up space. Пашан, ну ты прям, короче, хочешь, я тебе прикол покажу? Эх, Паша, Паша. Зацени, что я покажу сейчас. Так вот, поясняю. Если что, то доки-доки мы уже прошли. На стримчике. Вот. Когда-то давно, ну как прошли, мы прошли половину, а другую половину я заспидранил, к сожалению. Потом сидели, смотрели концовки, короче, и варианты прохождения. Я, к сожалению, ну, не смог проникнуться. Вот. Но потом мне в итоге понравилось. Я даже пожалел о том, что я ее таким образом заспидранил. Вот. Или Джевил. Джевил. Хорошо, буду я Джевил вам называть. Так что да, Моника здесь в почете, так сказать. Ты сразу, видно, по адресу пришел. Как вы меня только все находите, а? Любители Моники. Удивительно. Удивительно. Так, мне там говорят, большой сюрприз подготовили, да? А, это на улице. Я уже думал, сирена заиграла в воздушной тревоге. Так, давайте разбираться. Что у нас тут есть? Кнопка, очевидно, даст мне куб. Да?
Жди прикола от Уитли в этой камере. Без спойлеров попрошу. Спойлеры это а-та-та. Как бы лучше не предвосхищать мне то или иное событие. И если что, то портал когда-то я уже проходил, но я его практически не помню, к сожалению. Куб. Ёб твою мать. Ну, Уитли, судя по всему. Speaking in an accent that is beyond her range of hearing. Look, Metal Ball, I can hear you. Run! I don't need to do the voice. Run! Run! Бегу! О, ёб твою мать! Господи! Куда бежать-то? Так. Я что-то вот... Про это я забыл. Про это я забыл. Я аж немножко даже запаниковал. Да бегу, я бегу. Да, достижение получено. Достижение получено. Нет! Нормально. Иди туда. Сейчас пойдем. Еще одну ачивку. Ну давайте. Ради еще одной ачивки можно исходить. Ради одной ачивки можно исходить. 10 тысяч туриков, и что же ты с ними сделаешь, вон как варьер? А, да, ты же их копишь. Ты же их копишь. Внимательное слушание лица. Да, дали ачивку за то, что я умер. Замечательно. Просто замечательно. Ну, ради ачивочки можно и умереть, я думаю. Do it. Just do it. Make your dreams come true. Оп. Эх. И загрузочка опять. Снова загрузонька. Тем временем, 7 зрителей. Респект вам всем. Мои чуваки и чувачихи. Чувачессы. Чувихи, да, точно. Ну, блин. Так, а куда теперь? Да, пока не надо, пока не надо говорить, но за намек спасибо. Так, нет, мне надо куда-то открыть портал. А, вижу. Готов. Но как только мы подберемся к седьмой главе, можешь типа дать намек. Вот то, что вот если ты сделаешь, то все будет ништяк. Я такой, ууу. До свидания. А я вот вообще не помню, это середина игры, по-моему. Нет, это даже не середина. Мы даже до середины не дошли еще. Не надо. Годес. Окстись. Блин, Уитли, тебе-то хорошо говорить, ты-то на хреновине находишься, на рельсах. А я-то нет. Блин, как классно здесь все разрушается, прям вообще очень круто смотрится. Про настоящий капец я что-то припоминаю, да? А, вот мне сюда. Про настоящий купец я что-то помню, да. Там горы станет кое-чем другим, птицы будут мешать. Все такое проще. Так, куда кит делся? Кит куда-то ушел, хотя только что лежал здесь. Удивительно. Глава пятая. Escape. Кстати, раз ты новое лицо у нас, Джевил, то позволь мне сказать, что мы проходим на данный момент. Смотри. Сейчас мы проходим портал, ну, во что я, в принципе, играю. Портал второй, да?
Вот, после чего завтра будет Мор-утопия. Мор-утопия будет еще. Плюс в Дависах мы периодически бегаем в Майнкрафт. Иногда бегаем в Half-Life Deathmatch со зрителями, то бишь с вами. Вот. И первый Ведьмак. Это пока основные игры, которые я прохожу на канале. Скоро я начну что-нибудь новенькое. Вот, пока вот думаю, что именно этакое начать. Я сегодня плюс еще купил System Shock. Первый и второй. Хочу заценить эту классику. Плюс закупил все Deus Ex'ы. Тоже, и тоже хочу их заценить. И моды на Half-Life, да. Ну, я, наверное, вот один из модов на Half-Life скоро запущу. Я, кстати, их поставил недавно. Я буквально недавно их поставил. Парочку, которые в Стиме были. Моды на Доки-Доки. Это интересно, кстати, предположение. Это интересное предположение. Можно будет подумать. I would die. They told me that about everything. I mean, I don't even know why they bothered giving me this stuff if they didn't want me to use it. It's pointless. Mad. Что, кстати, приятное, нету поклонников русской озвучки сейчас на стриме, и поэтому можно бегать с английской озвучкой. Of their replicas, all of them functionally indistinguishable from the originals. No memory of the incident. Nobody knows what. Да, я слышу, как турельки там где-то завывают. А ты пробуй конспектировать, наркоделец. Ты пробуй реально конспектировать, то есть, ну, это помогает. Когда у тебя есть конспект, ну, ты типа тезисно выписываешь разные мысли, главные, которые есть в видео, а потом по ним ориентируешься. Вот. Потому что, ну, вот я буквально, кстати, недавно думал об этом, вспоминая наш с тобой разговор о том, что ты смотрел всякий научпоп. Вот, я хотел тебе предложить тогда еще действительно заняться конспектацией, вот. И на основе этих конспектов потом, ну, делиться данной информацией. То есть, потому что когда ты информацию получаешь, но ты ее нигде не используешь, ты, грубо говоря, ну, делаешь это зря. Вот. Дневник ведешь. Но дневник это не конспект. Дневник это все-таки не конспект увиденного, услышанного. Когда найдешь... Угу. Понял, хорошо. Спасти турельку. Принял. This looks dangerous. I'll hold the light steady. Oh, nicely done. Так. Ну, бежим. Whitley? Ah. Quick, this way. Oh. Here's an interesting story. You might like this. I almost got a job down here in manufacturing, but guess who the foreman went with? Only an exact duplicate of himself. Кумовство. Эй! Где-то, чтобы я тебя плюнул в лицо. Уитли, я все слышу. Какой ты мерзкий, оказывается. Уитли, Уитли, я думал, мы друзья. Так. Ну, вытащи. Давай не подлизывайся. Мы уже знаем, какой ты на самом деле. Слушаю интересные мысли от красноречивого человека. Ну, тебя можешь... Слушай, а ты... Я вроде уже спрашивал, но ты... Головой не стукался, а то может у тебя какое-нибудь нарушение. Когда проходил DDLC, Моника спросила про стрим. С
страшный трек. Нет, я, к сожалению, этот момент, ну, заспидранил, как я уже говорил. То есть я читал абсолютно все, пытался вжиться в игру. Где-то примерно до того момента, ну, примерно перед тем, как повесится эта маленькая, которая розовенькая девочка. Я забыл ее имя. Сайори, вот, да, точно. Спасибо большое, вот. Я где-то перед ним такой уже, все, с меня хватит, больше не могу это читать. Вот, и как только началось самое интересное, я вот, к сожалению, не выдержал. Не хватило мне терпения. Стукался и не раз, то есть у тебя сотрясения были, вот это я спрашиваю больше. То есть, ну, были ли у тебя серьезные травмы головы? Потому что я знаю одного человека, который тоже головой стукался, как бы, ну, и это привело к тому, что у него определенного рода проблемы с концентрацией и вниманием, и памятью есть. Вот. Блин, а можно мне такую же турельку домой доставить, плиз? Никаких диагнозов тебе не ставили? Ну, я повторю свою старую песню, как бы обратись к врачу, чувак, серьезно. Скажи, что у тебя проблемы с концентрацией, там, с памятью или с чем у тебя там. Ну, то есть, начни по порядку, как бы, с ней это обсуждать. Блин, классное место, кстати. Чуть не упали. Ёп. А, мне и надо было упасть. Вот. Вот это я, интересно, конечно, прыганул. Турелька. Хоть сюда. Турелька. Так, ну это я, наверное, зря сделал сейчас, да? Ладно, давайте спрыгнем уже вниз окончательно тогда. Так вот, потому что без врачей, как бы, ну, ты ровным счетом ничего не добьешься, к сожалению. Вот. Поэтому тебе, скорее всего, предстоит, ну, довольно долгий путь. Выяснение фиксов вот этого всего, как бы. Чем раньше начнешь, тем лучше, кстати. Кубики разные летают. Хочу прям полноценно до низу дойти. Нравится мне это как-то по какой-то причине. Хм. Можно спрыгнуть туда, но зачем? Просто так. Ёб твою мать. Не нормально. Что-нибудь тут есть прикольное? Вроде как нету. Гудит все очень громко. Кстати, как по звуку? Сориентируйте, пожалуйста, все ли нормально. Может, что-то потише сделать надо или погромче. Было бы неплохо узнать. 7 зрителей, 7 ништяков. 7 спасибо. 7 нормально, понял. Спасибо большое. Ага, тут смогу получить ачивку с турелью. Сейчас тогда займемся. Турельку я хочу спасти. О, отсылка к Гарфилду. I hate Mondays. Я эту кружку с собой понесу. А там что написано? Неудобно-то как? Ставь все нормально. Че? Нет кофе, нет работы. Блин, кофе хочу теперь. Это, наверное, тоже Mondays, да? Нет. Кто испортил воздух? Написано на кружке, на чудесной кружке, ничего не скажешь. Так, ну пошли. Turret redemption lines are not rides.
Please exit the turret redemption line. Оп. 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 Ага, вижу турельку. Да-да-да-да-да, вижу ее. Ачивка получена. Получено достижение ничего личного. Ай. Кружечка, пошли. И не отпускай. Ну, она спасена, как бы, ачивка получена. Дальше куда-то ее нести, я думаю, смысла нету особого. Или есть? Не потеряй ее. И не сломай. Ну так я и не сомневался, что ты врешь. А, есть смысл ее все-таки с собой дальше таскать? Понял. Кружечка, прости. Пошли дальше. Птица, ты что такие криповые вещи говоришь? Чуть не уроним. Ответ под нами? Кэролайн, понял. Что хотел сказать? Вот она сказала про Прометея, я хочу поделиться личной маленькой грустной историей. А, ну как грустной, просто маленькая такая тема. Короче. Когда-то очень давно я жил относительно недалеко от, точнее, ну, не жил, а учился недалеко от проспекта Просвещения. Это в Петербурге, если что. И там в свое время был кинотеатр «Прометей». Около этого кинотеатра был памятник, соответственно, Прометею. Но его, кажется... снесли. А, ее перенесли. Да, вот. Я просто недавно там гулял, вспоминал школьные года. Вот я такой, типа, прихожу, здания кинотеатра нету, памятника нету, там сейчас что-то строится, кот грустно орет еще на фоне. Я такой, блин, отстой, а оно вон что оказывается. В 2012 году было решено демонтировать скульптурную группу. Провести реставрацию и установить на новом месте, в Безымянном саду на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ольги Форш. А, там сейчас строят киноконцертный комплекс какой-то. Неплохо. Кинотеатр был полностью снесен 26 июля 2013 года. Скульптура в 2014 вернулась на проспект, но в другое место. Между Демьяна Бедного и Ольги Форш. Дай ему покушать, он не кушать хочет, он, у него еда есть. У него еда в наличии. Он просто очень общительный, как бы, у меня кот. Вот, и когда я разговариваю, он тоже что-то может говорить. Вот, плюс он хочет, чтобы я за ним побегал. Возможно, но это не точно. Ну, типа, очень социальный кот просто-напросто. Да, Джедай? Да. Согласен со мной полностью. Ай. Твоего кота то же самое, а как твоего кота зовут? Как зовут твоего кота? Турой. Тихо. Я ее когда-нибудь сейчас потеряю точно. Степа. Отличное имя. Чудесное имя. Итак, мы знаем уже двух котов наших зрителей, Степа и Симба. Блин, сочувствую, наркоделец, очень тебе сочувствую. Прям грустно, что... так вышел, мне очень жаль. Так, ну я так понимаю, что мне лучше турельку в эту... не нести. То он погибнет. Кот, я из-за твоей жопы пушистой ничего не вижу. Звали Персик? Ну, я уверен, что Персик сейчас проживает чудесную жизнь. Просто не с тобой.
Главное, что персику хорошо. Джедай, ну что ты делаешь? А? Отдай, пожалуйста, наушники. Спасибо большое. Твой кот срать на тебя хотел. Не говори так. Твой котик тебя любит. Да, не подсказывайте, не подсказывайте. Я до всего буду сам додумываться. Другой кот сбежал, блин, чувак, мне жаль. Мне жаль, что от тебя кот сбежал. Ну, считай, что Симба это продолжение рыжика, как бы в том плане, что он тоже рыжий. Я с тобой согласен, но я говорил о том, что сейчас персик, типа, хорошо живет. Вот, я об этом говорю. То, что сейчас у персика все хорошо, потому что его не бьют. И так да, а так да, я с тобой согласен, есть просто карты, как бы. Вот. Не знаю, зачем я их спасаю, кстати. Ладно, пойдем. Ты пойдешь со мной. А, они взрываются. Блин. Серьезно? Да, действительно. Ладно, оставлю. Здесь. А действия твоих родителей я осуждаю. Да, бить животное домашнее, это... отвратительно, я считаю. Кооп будет, но, скорее всего, не сегодня, как бы, потому что я не скоро игру пройду, еще чувствую. Ай, блядь. Больно. Меня кит только что носом бупнул. Полное сканирование, достижение. Но это ничего не дало. Я знаю, что я сделаю. Нет, стоп. Так. Да погоди. Да, значит, я не зря спал, кстати. Спал. Спас Челикса. Но мне и обычные турельки нравятся, не только такие. Турелька, прости. Но она жива. How long's the door been open?
was there any sort of announcement before open, like a buzzer or an alarm of some kind, or like a hacker alert? Ты наполняешься силой, если видишь персонажа из Доки-Доки? Так это не фобия получается, это наоборот, типа буст. На моих стримах ты будешь, типа, прокачиваться, качаться, будешь сильным, мощным, сексуальным. Ты как бы и сейчас такой, но будешь еще больше. Смотрите мои стримы. Будете супер секси. Ну что такое? Подойди к гигантской картошке, так я ее даже не видел. Bring your daughter to work day. That did not end well. А. And 40 potato batteries. Embarrassing. I mean, I realize they're children, but still, you know, low-hanging fruit and all that. Тут еще не почитать. Тут не работает. Пейджер? Yes, totally, вау. Ой, блин, мне вот нравится вот этот рисунок картошки. Прям очень классный. Чё, счётчик Гейгера, что ли? Baking soda volcano. О, мы такой делали, кстати. Я такой делал. It's not terrifically original, is it? You know what I mean? Primary research, even within the child sciences. I'm guessing this was one of the scientists' children. You know, I don't want to be snobby. Под приливом сил ты не подразумеваешь ли ты что-то такое этакое, связанное с мужским половым органом? М? А то я тоже что-то такое, может быть, чувствую. Так, ну большая картошка, очевидно. Или там еще больше картошка есть? Да, там есть еще больше. Уитли, вернись сюда. Все возможно с наукой. The whole place is probably overrun with potatoes at this point, isn't it? At least you won't starve, though. Похоже на сердце. Так, ну я подошел к самой большой картошке, но это ничего не дает. Или мне что-то с ней сделать нужно? Внизу есть подпись этой картошки. В углу. Или этой. Вот иди сюда. В углу листа. Так, я на не это, значит вот это. А какой из углов внизу? А, чел. Прикольно. Я осознал столько, что кажется. Кот. Тебе удобно вообще здесь сидеть, да? Вообще проходил Токи-Доки, когда был маленьким. Угу. Угу. Ну, это не показатель, как бы. Что я буду делать с этой инфой? Ну, мы, получается, дочь одного из работников этой Aperture Science. Во, сука. Я шо? Вам ненормальная дочь? Пипец. Собственную девчину отдали, а? Гады. Не одобряю. Не одобряю движение таких родителей по отношению к их собственным бебикам. 100% that it's this way. No, it's not this way. Черт. Чем? Нейротоксин. О, господи. Okay, let's try this way. Хоть и был дисклеймер, но, блин, если бы на эти дисклеймеры кто-то еще внимание обращал, как бы.
Вот. Ну да, с этим надо быть очень осторожным, а то посмотрите какого-нибудь, не знаю, даже примеров приводить не буду, и потом будете всю жизнь ходить как ушибленные. У меня такой вопрос. А сколько всего здесь глав? Я вроде уже задавал, но я забыл, получил ли я ответ. Ну это грустно на самом деле, что да, были случаи как бы самоубийства. Это довольно печально. Ой, не могу на это смотреть, сердце крови обливается. Зачем мне этот лазер? Ну, очевидно, что здесь я его использовать не могу, но вот там, наверное, смогу. Так, соответственно, мне надо еще вот с той стороны теперь подрезать. Это я прям интеллект, а? Додумался так быстро. Ну вот, да, я, кстати, если что, Юрия романтил поначалу. Я сначала с ней пытался закарифаниться. Точнее, это был единственный персонаж, с которым я пытался закарифаниться. Юху! Конфетти. Привет, технотроник, привет. Как дела? Как настроение? Am I joke to you? Вопрошал нас мистер Павел. Сидишь на стуле, играешь в КС? Неплохо. Неплохо, я рад, что у тебя все хорошо. Блин, я сейчас так колбасит по этой трубе, конечно, приятного, наверное, мало. 9 глав, Ари, понял, спасибо. Так, а мы, получается, на 6 сейчас, да, вроде как? Или на 5? По-моему, на 5. На 5, да. Чудесно. Ну, недолго осталось. Получается. 9-я супер короткая. Так, же сидишь на стуле. Блеск. Я тоже на стуле сижу, кстати, если вы не в курсе. На очень фиговом, потрепанном стульчике. Я помню, я с этого стула очень сильно упал. То есть я что-то сидел, покачивался потихонечку. А он такой обычный офисный, как бы я сижу, сижу, качаюсь. У него как отломается, короче, нижняя часть, которая крепится к ножке стула. Я как упаду с него, господи, ну и грохота было. Пол игры прошел. Угу. Фраумыч тоже на стуле сидит. Блин, да у нас получается целая стульная пати. 10-я самая короткая. Попахивает чем-то этаким. Ой, стульный стрим. I honestly, truly didn't think you'd fall for that.
Не надо, Гладис, давай будем друзьями. Да, музыка кайф, согласен. О, толчок. Что, обратно под шконку, что ли? О, вау. Да, успел прочесть. Ой, как эффектно. Супер эффектно. Вот прям чувствуется в ней женское начало, как ни странно. Чувствуется. Намекает на то, что мое место возле... Сами знаете чего. Если чего будет страшно, то у нее для этого есть штаны, как бы. Ты знаешь, есть анекдот про собаку Баскервилей и Шерлока Холмса. Короче, сидит Шерлок Холмс у себя дома. Сидит. Вот, к нему прибегает владелец поместья и кричит: «Шерлок, Шерлок, мы только что обнаружили большую кучу на болоте, короче». Шерлок такой: «Да, да, это мы вчера с доктором Ватсоном обосрались». Вот, это такой типа: «А почему куча тогда только одна?» «Все просто, элементарно. Я успел снять штаны, а Ватсон нет». О, привет, Уитли. И что мне с тобой делать? А где приемник? Стою. Что такое? Нет, не понимаю. Поздно. Мы запомним тебя как человека, который понял. Она как змея, кстати, прям. Замечали такое за ней, да? Прям реально как змеюка такая. Ладно. Ачивку не получишь. Сука. Чё ж молчал-то? Чё ж молчал? Её не существует. Хотел получить ачивку, получил только загрузку. Надеюсь, ты доволен. Кого не существует? Меня. Меня не существует. Восемь зрителей. Я не ожидал, что вас будет сегодня так много, кстати, народ. Спасибо вам большое за то, что вы здесь со мной. Благодарю. Благодарство. Что не сделали, да? Еще не сделали, к сожалению. Так что, тут есть ачивка или нет? Мне стоит ждать или нет? А то я могу и подождать, как бы. Мне не впаду. Не жди, понял. А зря. Зря. Было бы прикольно, если бы она была, кстати. Ах.
No. Oh, yes, she is. No. Stalemate detected. Transfer procedure cannot continue. Yes. Unless a stalemate associate is present to press the stalemate resolution button. Hold the air! Leave me in! Don't press it! Don't do it. Yes, do it. Not so fast. Ты что ты творишь, а? You need to be a trained stalemate associate to press that button. You're unqualified. Okay, don't listen to her, all right? It is true that you don't have the qualifications. You trust me, it's far more important than that. Aha! All right, we'd like you to press that button, so... Переиграл. Прости, Гладис. Ты мне нравилась, ты мне искренне нравилась. Но мне ее очень жаль. Прям супер жаль. Вот умеют же они делать, а? Персонажей мощных. Так, да, ачивка получена. Как там, по вебке все хорошо. Да, мне жаль, говорят, как ни странно. Ну, типа. Вот. Ачивку получил. Сэр есть сэр. Даже несмотря на то, что она убила много людей в этом месте. Эй. Так давай думай быстрее. Уитли. Вот именно. Чё бубнить-то, согласен. Си. Прикольное там жонглирование было, конечно. Да, Уитли нас предал. Уитли. Гвайдес. Понятие добра и зла относительно. Так что, да. Кто знает, может быть, Гладис действительно является хорошим персонажем в этой игре. Гладис, бедная Гладис. Дай сюда. Противостояние двух интеллектов на ваших экранах. Кстати, насчет хороших персов, ну-ка. Понятие глупого и умного, но это тоже, типа, относительная тема довольно-таки. Ты думал, что Моника плохая? Ну, я о Монике вообще мало что думал, если честно. Я о Монике... О, мало что думал. Картошечка? Ай, но вообще, да, мне, типа,
тонко намекнули на то, что Моника не так проста, как кажется, как бы. Вот, я такой, типа... Ну и плюс ко всему, она просто не мой типаж был на момент прохождения. Глава 6. Падение. Генератор хлопков. Интересная тема. Сейчас она будет главной героиней в новой игре Team Salvato. Прикольно. Я не знал, что они там еще что-то делают. Хорошо летим. Ай, ой. А, господи, я уж испугался, блин. Что-то у меня такое интересное появилось в чате. Попробую открыть файл. А у меня и ранее установлено, к сожалению. Типа я игру давно удалил. Я игруху давно удалил. Вот, так что мне файлик этот надо скачивать. Установить. Да я сейчас пока в портал играю, потом займусь этим. Можно будет попробовать после. Так, мы живы. Чудесно. Сегодня я уже как бы, ну, ничего такого особо делать не буду, потому что есть вероятность того, что меня призовут. Вот. Но если меня не призовут, то можно будет попробовать. На стриме попробовать. Да, это надо заморачиваться. Вот, я на стриме пока не хочу это делать. Историю про Прометея помню. Там что-то про огонь было, да? Что, мне типа сжечь себя, что ли? Или огонь куда-то принести? Ну, я помню всю суть, типа то, что Прометея... Птица сожрала в итоге. Там будет какой-то страшный звук. Я даже догадываюсь, какой. Типа Годен. А, про то, что его клевали птицы. Ну, то, что Гладиус только что птиц клевала, это да, это я помню. Это я видел. Ну, тогда это я понял, да. Эту отсылочку я осознал. Блин, что от этих видов мне захотелось в Сталкер поиграть. Кстати, а у меня Сталкер добавлен в список желаемого, я не помню. По-моему, нет. Дайте я это исправлю. Дайте я это исправлю. Чтобы потом на будущее себе купить, когда он по скидочке будет, Сталкер. А, нет, есть в списке желаемого, да. Да, все правильно говоришь. Вон, как говорю, все верно. Блин, я вот, кстати, не понимаю, почему они добавили первый Titanfall. Точнее, не добавили первый Titanfall в Steam, но второй добавили. В чем прикол вообще? Ну, там вообще, в принципе, да, можно как бы с файлом играться и копаться. Вот, но я этим заниматься не стал по определенному роду причинам. Тут тоже довольно страшные звуки, кстати. Так что не надо. Лебединой будет Юрий. Теперь все ясно. Когда-нибудь я и сам стану Моникой. Так, а куда теперь? Очевидно, туда. Ответ под нами тоже относится к этому месту. Понимаешь, здесь довольно сложно заглянуть под. Хм.
Ну, я попробую. Почему я слышу? Как будто детскую шкатулку. А, проект Лебетина будет называться, понял. Принял. Ой. А что, есть какое-то примерное время, когда она выйдет? Что за Моника? Поясняю, кто такая Моника. Где там? Моника это... Вот это вот. Это Моника. Знакомься. Красотка, спортсменка и просто безумная личность. Так, что там в Дискорде-то происходит? Все тихо, да? Все тихо. Возвращаемся в игру. Блин, кстати, народ, вы не в курсе, сейчас с арбуза норм тема или нет? Или рано еще для арбузов пока? Или время еще не пришло? То я арбуз хочу купить. И вот думаю, стоит ли? Или нет? Уже ел? И как оно? Норм? Блин, ну норм это не тот ответ, который я хочу услышать именно про арбуз. Вот, типа... Да, откуда этот звук? Или это так нужно? Вкусненько, вот, вкусненько это уже больше похоже на то, что мне нужно. Не входить. Да я пока и не вхожу. Так, понял. После него ничего не происходило? Но это не совсем аниме, как бы, если что, некроделец. Наркоделец. Слушай, чел, кстати, можете заменить свой никнейм на некроделец, а не наркоделец. Будет намного класснее, я считаю. Будешь некромантом. Угу. 1961. Ни с чем не взаимодействуй за этой линией. Понял. Зум. Давай, приятного аппетита. Бон аппетит. Семен Семенович. Так. Попытайся вставить эти файлы в Chrome. Но у меня файлов-то нету. Я же говорю. Туда и сорвал слово наркоделец. Так, и потом можно будет текст расшифровать в Base64. И что это даст? Типа напишет ты лох в конце или как? Люцифер, Люцифер. И как сериал? Я просто слышал о нем, но я его не смотрел сам. Че, норм, не норм? Хотя он наверняка серьезный, как... Круто сваренные яйца. А я хочу что-то лайтовенького такого прям. С файлом Юри, там будет история Юри. Ну давай, чуть-чуть, буквально капельку. Буквально капельку. Лучше, если ты скинешь ее в Discord. О, Fallout 76 начался, чуваки, зацените. Поэтому да, кто не в курсе, у нашего канала есть, ну, Discord. У нашего Twitch есть Discord-канал, где я даю анонсы стримов. И мы просто общаемся и всячески приятно проводим время. Детектив фэнтези. Роман между человеком и дьяволом. Вот в чем основная суть. Ну, это тогда не мое немножко. Это не по мне. Так, нет, что-то я тупанул. Мне хочется чего-то более такого комедийного, что ли.
наркото, господи. Интересные у вас никнеймы, конечно, ничего не скажешь. Юмор и много юмора. То есть в Люцифере юмор есть, да? Правильно ли я понял тебя? Просто если да, то можно тогда будет заценить. Но я уже другой нашел в себе, конечно, который буду сейчас смотреть. Ну как смотреть? Пересматривать. Это этот самый, господи, сообщество называется. Да. Круто. Смешно. Еще Люцифер, алкоголик и наркоман. Кто бы сомневался, на самом деле. Есть два стула, чат. Один лежит, другой стоит. Оник. Новые локации. О, да. Так, ну мы сейчас, по идее, попадем в старый комплекс, где живет интеллект, точнее, искусственный интеллект бывшего создателя. Джонсон, по-моему, какой-то там. Он нам еще лимона будет предлагать. Ну, меня это посмешило, меня это рассмешило очень. Я даже посмеялся, насколько я помню. А так, нет, вообще не смутило. Я привык к такому уже. Типа, ты знаешь, это как... ты такой девушке говоришь, вот, у меня такой большой. А на самом деле... очень большой. Откуда я знаю про Джонсона и про Лимона? Я проходил эту игру просто очень-очень давно. Я проходил ее тогда, когда она вышла. Вот, и с тех пор я больше в нее не играл. Поэтому какие-то воспоминания у меня о ней все-таки есть. Но в целом я практически ничего не помню. Да. Было дело. Ну, это, соответственно, 1952 год. Aperture Science. Test Chambers. Поезд есть даже. Свой собственный у них. А вот он. Кейв Джонсон. Да, помню. Слушай, я не смотрел пацанов. Говорят, классный. Надо будет, наверное, начать его смотреть. Так, сейчас, одну секунду. Мне сообщение важное пришло, надо прочекать. Так, чтобы никто ничего не слышал. Где там? Возможно, на этом мне сейчас придется стрим окончить. Но это пока не точно, сейчас сообразим. Эх, да, дорогие дамы и господа, мне все-таки придется сейчас стрим закончить, потому что меня все-таки призвали, хоть я и очень сильно не хотел. В любом случае. Спасибо вам большое, что были здесь сегодня со мной. Вот, так, давайте сохранимся. Следующий стрим, если что, будет завтра. Завтра где-то, ну, в 6-7 часов, короче, где-то вечерком. Не в армии, не парьтесь. Ой, Дюна от Вильнёва, блин,
мне первая Дюна не понравилась. Я, честно, пытался втащиться в нее, но что-то как-то не получилось. Мне не зашло. Вот. А книжки я, к сожалению, не читал. И да, отправляй в Discord, Джевил, я там прочту. Спасибо за пожелание удачи, Лонков Варьер. Все. Всем спасибо, всем до новых встреч.